Дом, милый дом, приехали в родную деревню. Слава тебе, Господи, дом стоит. Сейчас будем проверять, что как у нас там. Тут от дожди 4 дня было, и видно, что это лужи. Ого-го, не беда, выше забора выросла. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас мама встречает. Ворота наши мега открывает. Стали холодные, вы сами бы дома, так дома. О, посмотри. Кто там? Отяк, отяк, что там глядька мне мальгает? Проснулся, да? Ой, какой стеснительный, а. Ну что, слава богу, дома. Баба Лариса не видит. Наши. Ну, хоть, а? Скидывали ей? Скидывали. Все тут пышет. Че? Все тут пышут, говорю. Так еще бы. Там заросло у тети Любы в огороде лебеда выше дома. Но она приехала, но мы еще ее не видели. Да, я так случайно. Примите. Рюкзак так снимай. Дом, милый дом. Свет. Мир дому всему. Поцелуем. Ну и где лучше? Ух. Где лучше? У нас или там? Да-да, как обычно, первый вопрос. Где лучше? Ага. Надо руки помыть, все руки с мылом срочно мойте. Ой, с дегтярным. Да. Ну ладненько. Что тут у нас? Все вроде. Полисадничек. Цветочки цветут. Ну ладно, расскажите папе хоть пару слов. Я пойду в школу подойду. Thank you.